Первую детскую поликлинику наша съемочная группа застала за подготовкой к новогодним праздникам. Двери кабинетов, коридоры и окна. Атрибуты всеми любимых праздников в виде снежинок и дождиков поднимали настроение не только нам, но и самым главным посетителям – детям. А как известно, позитивные эмоции – главное лекарство в деле выздоровления, как и иммунопрофилактика. В этом году период этот иммунизации проходил так достаточно неоднозначно. Какой-то период времени люди, наверное, сомневались в том, стоит ли делать своим детям прививку. Но, тем не менее, с учетом, наверное, того, что проводили наши сотрудники много такой санитарно-просветительной работы, и поэтому до 1 ноября у нас было привито 75, ну, около 75, в некоторых учреждениях чуть выше, чем 75% организованных детей. Среди них школьники и учащиеся колледжи. У детей дошкольного возраста была возможность получить прививку в присутствии родителей на педиатрических участках. Использовалась в большинстве вакцина флювоксин китайского производства за счет республиканского и местного бюджетов. Однако не обошлось и без французской альтернативы – ваксигрипп, получить спасительный укол которой можно было по желанию и за средства родителей. Другое дело, что не все поспешили воспользоваться советом докторов и руководствуясь досужими разговорами, так и не отважились прибегнуть к помощи вакцины. В этом случае, особенно учитывая наступление холодов, родителям стоит усилить бдительность, дабы сохранить здоровье своих малышей. В очередной раз напоминаем мамам, позаботьтесь о своих детках. Если это маленький ребенок, не надо его лишний раз тащить в места, где большое скопление людей. Избегайте магазинов, каких-то ярмарок. Сейчас очень много новогодней суеты, и обидно видеть, когда мама тащит ребенка в коляске, чтобы лишний раз купить, сделать себе какую-то покупку. Конечно, если ваш ребенок ходит в детский сад, и вы видите, что у него начинаются первые признаки простуды и гриппа, оставьте такого ребенка дома. Конечно, эти простые советы уступают по действенности вакцине. Ведь вопреки сомнительным историям о вреде прививок, в их защиту вступают реальные факты. Во-первых, легкая переносимость того или иного вида простуды. Во-вторых, вакцина – надежный барьер от осложнений, таких как пневмония или отит. Более того, в прошлом году не было ни одного случая закрытия школ на карантин. А заболеваемость гриппом в минувшем предсезоне регистрировалась только у непривитой части населения. Пожалуй, это самый главный аргумент для того, чтобы в следующем году привести своего ребенка на прививку.